Здравствуйте, в эфире «Події» на телеканале «ЛОТ». В студии Дарья Расторгуева-Куценко. Сегодня в выпуске. Протестуют шахтеры Лисичанска, требуют погасить долги по зарплате. Кто может получить бесплатные путевки от фонда социального страхования? Лисичанские шахтеры митингуют. Сегодня утром они со своими семьями пришли под главное здание угледобывающего предприятия с требованием выплатить заработанные ими деньги. Около полугода горняки четырех действующих шахт Лисичанск-Угля остаются без зарплаты. В интервью нашему корреспонденту шахтеры рассказали, что денег у них не осталось даже на еду. Детей надо собирать в школу, а коммунальные предприятия из-за долгов грозятся оставить их жилье без света. Подробнее в материале Светланы Поповой. На предприятии «Лисичанск-Уголь» работникам не выплачивают заработную плату с апреля месяца. Также они ждут выплаты задолженности за декабрь прошлого года. Но каждый день шахтеры продолжают спускаться в забои шахты. И больше всего они боятся того, что их шахты закроют. На 1 августа текущего года задолженность по выплате заработной платы на ПАО «Лисичанск-Уголь» и госпредприятии «Первомайск-Уголь» составляет более 250 миллионов гривен. По словам шахтеров, жить больше не за что. Коммуналка уже не плачена, месяца три. Что, нам скоро приедут, начнут отключать. На работу ходите? Регулярно, стабильно. Без больничных, стабильно на работу ходим. То, что по нарядам, все выполняем. Кормят только обещаниями. Заплатим завтра, на следующей неделе, подождите, 10-го, 20-го. Муж у меня как был целыми днями на шахте, так и будет работать. А кормильцем в семье так и останется. Давала дочка, если бы не пособие детское на 860 гривен, я бы не знаю, как бы наша семья жила. У нас один вопрос, когда будет зарплата? Зарплата будет, скорее всего, сегодня. 70% от фонда. Это будем платить июнь месяц. Да. Правда ли то, что Капустина и Новодружбу хотят закрыть? Без зарплаты. И насчет шахты Мельникова? Ну, насчет Капустина вопрос пока не стоял. Насчет шахты Новодружеская и шахты Привольнянская рассматривается вопрос проведения технико-экономического обоснования дальнейшей целесообразности их работы. Шахтеры и их жены ждут решения всех вопросов до 25 августа. Ждем решения вопросов по коммунальным. Решайте на городском совете, у себя, на совещаниях с профсоюзом, чтобы шахтеров не трогали. Что это такое? Апокалипсис какой-то. У шахтера отключают свет. Денег не дают, голодные сидят. На официальном сайте облгосадминистрации появилось заявление губернатора Юрия Горбуза о том, что из госбюджета выделили более 56 миллионов гривен на погашение задолженности по зарплате. Через несколько часов после митинга шахтеры получили обещанные деньги за июнь. Светлана Попова, Роман Царевский, «Події». Коалиция украинских правозащитников «Справедливость во имя мира» на Донбассе презентовала в Северодонецке одноименный проект. Ее участники, а это 17 общественных организаций из Луганской и Донецкой областей, документируют показания жертв и свидетелей преступлений на оккупированных территориях. Цель – передать подготовленные документы в Европейский суд по правам человека. Мы хотим донести всем гражданам Украины, что те злочины, которые были скоєні проти людяності, вони в будь-якому випадку будуть розслідувані та доведені до кінця, тому що ці злочини не мають строку давності. Тобто, скільки би років не пройшло, все одно ті люди, які їх скоювали, мають понести за це покарання. Нам дуже важливо, щоб і органи державної влади, правоохоронні органи, органи місцевого самоврядування Луганської та Донецької області долучилися до співпраці з нами для того, щоб ми як можна більше фактів задокументували належним чином. Фонд социального страхования предоставляет работающим людям бесплатные путевки на реабилитацию после операции. Жители Луганской области могут восстановить здоровье в 14 санаториях Украины. Распределяют бесплатные путевки специальные комиссии в больницах, госпиталях и диспансерах. В областном отделении фонда социального страхования заверяют, что в каждый регион выделяют достаточно путевок, но большая их часть не востребована. Чтобы активизировать работу между фондом и больницами, для главных врачей и начмедов всех районов области провели выезд круглый стол в санатории в Новопскове. Как проходила встреча, в следующем сюжете. Санаторий в Новопскове – одно из 14 курортных учреждений, где проводят реабилитацию после тяжелых травм и операций по бесплатным путевкам от фонда социального страхования. Главных врачей всех больниц области пригласили сюда на выездное совещание, чтобы они своими глазами увидели лечебную базу и более активно предлагали пациентам путевки.
Смысл этого семинара – показать всем, то есть здесь мы создали реабилитационное отделение по реабилитации беженцев, атошников и всех, плюс оздоровление людей постоперационного периода. Для получения путевки от фонда соцстраха необходимо направление лечащего врача. Санатории готовы принять таких пациентов, но по факту во многих районах эти путевки не востребованы. По словам врачей, они имеют право выдавать бесплатные путевки только тем пациентам, которые были прооперированы по конкретному заболеванию. Это, как правило, уже оперированные желудки, это операции на суставах, это те виды операций, которые у нас не так-то много проводятся в нашем регионе. Для получения путевки необходимо справка, которая подтверждает, что он действительно работает и что это предприятие зарегистрировано в качестве страхователя в районной, межрайонной дирекции фонда социального страхования. У него должна быть выписка из медицинской карты, и ему открывается больничный лист. Он отправляется со стационара на лечение в санаторно-курортное учреждение. Эти путевки выдаются больницами, должны выдаваться больницами бесплатно. В фонде социального страхования заверяют, что готовы принять письменные пожелания от врачей, чтобы на законодательном уровне расширить перечень лиц, которые могут пройти бесплатную реабилитацию в санатории. Наталья Воинова, Илья Трофимов, Подия. Это не вся информация, подготовленная нашими корреспондентами. Далее в выпуске. Вынужденный плач по боевику Плотницкому в Алчевске. Ждать ли открытия первого детского сада в Боровском? Фейковой ДНР-ей оккупанты пугают дончан концлагерями для русскоязычных под Краматорском. В незаконной ЛДНР топливный кризис. В оккупированном Алчевске детей-инвалидов заставили жалеть боевика Плотницкого. Подробнее об этом в нашем традиционном обзоре. В оккупированном Донецке так называемая агентура МГБ незаконной ДНР распространяет среди местного населения слухи о масштабных карательных зачистках в Бахмуте и Константиновке. Об этом говорится в отчете группы «Информационное сопротивление» передает депо «Донбасс». Жители захваченного Донецка пугают, что якобы зачистку проводит полиция Донецкой области, усиленная так называемыми группами полицаев из Западной Украины. Согласно слухам, а точнее вымыслам, по так называемым «черным спискам» проводятся масштабные аресты пророссийски настроенного населения, включая всех членов семей, а также всех, кто критикует украинскую власть, после чего задержанных отправляют в фантазийный концлагерь под Краматорском. Напомним, в 2014 году о концлагерях для русскоязычных жителей Донбасса сообщали российские СМИ, показывая кадры недостроенного еще при Януковиче пункта временного проживания мигрантов на Донеччине. Выдумывать боевики умеют, так они устрашают местное население. В бандитских ЛДНР начался топливный кризис. На заправках оккупированных территорий дефицит горюче-смазочных материалов. Об этом пишет «Трибун». По утверждению жителей оккупированного Луганска, из 47 АЗС города бензин марки А95 есть только на 6 заправках, а А92 на 4. Известно, что дефицит топлива периодически возникает на оккупированной территории. На заправках захваченного Луганска продается контрабандный российский бензин. По словам координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, ГСМ на территорию фейковой ЛНР поставляется российской бизнес-структурой «Башкирнефть». Доходы с торговли получает главарь террористов Плотницкий, который в свое время подмял АЗС Луганской Недореспублики под себя. Возможно, покушение на лидера террористов сыграло свою роль в бензиновом кризисе. Так называемый хозяин АЗС пока плохо контролирует их работу. А в соседней незаконной ДНР все топливо пошло на так называемые военные нужды. Автозаправки некоторых оккупированных районов Донеччины испытывают острый дефицит бензина. По информации координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, на заправках оккупированной Горловки, северной части Донецка, Макеевки, Янакиева и части Синоватой бензин полностью отсутствует. Владельцы автотранспорта пытаются разыскать необходимое топливо или перекупают его у тех, у кого был запас. Нет воды, продуктов, медикаментов. Теперь забрали еще и топливо. Так боевики испытывают жители оккупированных территорий. В оккупированном Алчевске воспитанников городского центра социальной реабилитации детей-инвалидов заставили сниматься в ролике в поддержку раненого главаря боевиков Плотницкого. Об этом передает депо «Донбасс». В видеосюжете
сайте, который был показан по местному ручному телевидению, говорится, что якобы алчевцы с тревогой и возмущением восприняли новость о покушении на жизнь Плотницкого. Не остались равнодушными и самые маленькие алчевцы. На камеру детей заставили сочувствовать Плотницкому. В конце ролика преподаватели выстроили детей в ряд, после чего они хором спели Плотницкому гимн реабилитационного центра. Так, все фейковые заявления, акции поддержки и псевдоролики создаются для того, чтобы создать иллюзию присутствия главаря Плотницкого, ведь его уже неделю никто не видел. В Северодонецке чиновники запретили несанкционированную торговлю по улице Гоголя рядом с домами номер 22-24, которые примыкают к центральному рынку. Отдел контроля потребительского рынка Департамента экономического развития и торговли сообщает, что за нарушение предусмотрен штраф от 17 до 255 гривен с изъятием товара. Начали поступать жалобы, правда, не в Северодонецкую мирскую раду, а через органы полиции, что там по ночам возникает торговля оптовая, то есть подъезжают такие большие машины, разгружаются, и нами были предприняты меры, то есть обращение опять же в полицию, мы держали это на контроле, полицейские туда подъезжали, сейчас там наряд, который ездит, тут дорожная патрульная полиция, ее включил в маршрут, эту точку. Открытие ясли и сада «Джерельцы» на 40 мест запланировано на октябрь в поселке Боровское. Это станет возможным, если депутаты Северодонецкого горсовета выделят 600 тысяч гривен. Сейчас в Боровском проживает около 300 дошкольников и нет ни одного садика. После ликвидации в середине 90-х подсобного хозяйства «Азот» в Боровском закрыли единственный детский сад, который находился на балансе данного предприятия. Помещение садика до 2000 года занимала начальная школа поселка. Городской совет города Северодонецка окликнулся на нашу проблему. Была создана комиссия по зданию школы, были проведены некоторые обследования крыши, цоколя. Состояние удовлетворительное. В здании бывшей начальной школы будет открыт садик ясли «Джерельцы» города Северодонецка номер 45. Планируется открыть две группы по 20 человек. Для этого изменят планировку помещений, сделают дополнительный санузел, закупят мебель. 18 августа в горсовете Северодонецка состоится сессия, на которой будет рассмотрен вопрос о выделении денег для создания ясли и сад в поселке Боровское. Если эти деньги будут выделены, в октябре этого года здесь откроется ясли-сад «Джерельцы». Еще 30 дошкольников будут посещать садик поселкового учебно-воспитательного комплекса до полудня, поскольку здесь не предусмотрено кормление детей и их сон. Однако и это не спасет ситуацию. В Боровском без места в садике остается 200 дошкольников. Валентин Цычев, Александр Буряк, ПАДИ. И о погоде на 13 августа. В Луганской области облачно, ночью и днем временами дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, шквалы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду. При шквалах кратковременное усиление до 22 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем плюс 25-30 градусов. В Северодонецке температура воздуха ночью плюс 17-19, днем 26-28 градусов, выше нуля. В Луганске температура воздуха ночью плюс 18-20, днем 28-30 градусов со знаком плюс. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия или столкнулись с социальной проблемой, звоните к нам в редакцию по телефону 050-328-86-44. На этом все. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте lot.lg.ua и в новостях «Радио Пульс». Ничто не может быть лучше вечера пятницы, проведенного в хорошей компании. Поэтому насыщенных вам выходных и вечера в целом. Увидимся на телеканале «Лот».